Здорово, товарищи! Российская кухня становилась интересным. Сегодня у нас такая штучка называется она пшено. Сейчас мы это пшено промоем и сейчас мы его немножко замочим. Пока у нас наше пшено мочится, мы возьмем, значит, морковку, порежем и то мелко. Также туда мы добавим немного корена сельдерея. У нас есть лук, мы его мелко-мелко порубим. У меня есть куриного грудка, постненько диетальное мясо. Можно делать любым кусками, только постарайтесь, чтобы они были порезаны одинаково. Когда делаем мясо, я люблю да добавляем дижонскую горчицу. Все это смешаем. Посолим. Очень хорошо, если накрутите сейчас туда свежий молотый перчик. У меня есть травы, на самом деле это розмарин, тимьян. И заароматизируем наше мясо. Еще раз промешаем, чтобы это становилось как надо. И ставим то чуть-чуть, да, ароматизируется. Уключите плиту и на плиту положите, пожалуйста, одну кастрюлю с водой, чтобы она закипела. А у нашу сковородку нальем немного оливкового масла и добавим наше мясо. Сейчас это положим на плиту и немножко обжарим. Возьмем наш лук в маленькую талеркицу и добавим к нашей курице, да се немножко дожарим. Промешаем нашу курицу перво. Возьмем наше пшено, промито и замочено. И сейчас мы будем варить пшено где-то на половинку. За это время возьмем один красный перчик. Его тоже мелко порежем. Сейчас мы это все добавим к нашей курице и к нашему луку. Оставим это все на немного медленный огонь, а за это время мы порежем бамию. Немного петрушки будет очень здорово. Пока у нас пшено варится, давай сюда бамию и петрушку. Промешаем, чтобы это смешалось. Все это ставим в жаропрочную посуду, которую будем запекать. Добавите сюда, значит, любой сыр, который у вас найдется. Даже 2-3 вида сыра тоже будет очень круто и очень интересно. Мы добавили брензу. Сейчас мы сюда добавим грана падано. Он растает и потом свежит всю эту массу нашу. Добавите еще немного сыра. Потом все это постарайтесь размешать. Возьмем пшено. Потихоньку добавляем, желательно это все смешивать, чтобы то получилось как положено. Немного соли, чуть-чуть воды добавим. И сейчас нами цель здесь сделать хорошую корочку из сыра. Отправляем нашу жаропрочную посуду с нашим запеканком в духовку на 220 градусов. Примерно 10 минут. Наша запеканка поднялась. Я рекомендую, чтобы вы подождали где-то минута 10, чтобы то немножко прохладало. Тогда она будет правильно резаться и будет то, что надо. Наслаждайтесь. С вами были Российская кухня, баскетбольный клуб «Партизан», ТВ Джем. Спасибо. Чао.